Значит, до тех пор, пока вы думаете, что вы можете поменять другого человека, вы не свободны. Вы зависимы от него. У вас есть цель, и вы будете ее... Цель видишь, задача ясна. Вот. И вы будете мутузить этого человека со страшной силой в надежде, что он подстроится под ваши стандарты, под ваше видение и так далее. Вот. Ну, это вызовет только обратную реакцию. Никакого изменения не будет, а то, что агрессия в отношении вас накопится, факт медицинский.